А перед просмотром этого видео я хотел бы вам посоветовать сервер DCMine. Он не оставит равнодушным никого, в том числе любителей Майнкрафта. Здесь вы сможете найти комфортную игру и также множество развлечений. Ссылочка на группу этого сервера в описании. Заходите в нее и смотрите, какой IP сервера. Вас уже там ждут, поэтому заходите и играйте. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашей летней авантюры, где мы продолжаем играть на сервере. И что нам предстоит сделать в этой серии? Убить босса, первого босса, тролля, да? В принципе, это идет первый по счету босс, которого мы сможем убить. Я очень подготовился к этой серии, но прям офигеть как очень. Я уже продумал, что и как мы будем делать, и что нам нужно для этого. Я немного себе поднял уровень, 35-й. Я прокачал себе 30 уровень двух мечей. Вы себе не представляете, сколько я времени потратил в саванне, чтобы прокачать эти два. Чтобы прокачать эти два меча до 30 уровня. Я даже наш меч уже добил до конца, который у нас был. Какой у нас меч был? Какой он. Офигеть, это как-то очень громко, вам не кажется? Мне кажется, что очень громко. А ну сейчас. Ну, может, чуть-чуть потише. А вот смотрите, что я добыл. Ну, не добыл, а вот мы сначала возьмем вот эти два кристалла, чтобы сделать себе новый меч. Потому что старого у нас уже нету, потому что старый я уже поломал. С теми мобами, которых я там сидел и перебивал не знаю сколько, я наконец-то их добил. И сейчас мы можем сделать себе новый меч. Так, замечательно. Во-вторых, я сходил в данж и добыл новую броньку. Как видите, я добыл сет, плюс к тому, тут еще я добыл еще два. Или это у нас было? Вот, короче, смотрите, как у нас получается. Давайте сначала вот это все выложим, что мы можем тут выложить. Это выложим. Возьмем себе сет. Ой, так, это можно поставить. У нас три нафиг шлема. Лучше бы у нас были три нагрудника или еще что-то. Потому что три шлема это чересчур. Вроде все, что нам сейчас нужно. Так, это мы можем снимать, это мы можем одевать. Замечательно. Сейчас нужно все продумать, что и как мы будем делать. Перед тем, как куда-то идти, давайте мы вот это все выложим. Мы вот это все выложим, что сейчас в данный момент нам нафиг не пригодится. Вот так, это замечательно. Это мы сюда выложили, замечательно. Сейчас это можно немного зачарить на какой-то там первый уровень. Шарпность, 19 урона, замечательно. И это можно зачарить на 1-2 уровня. Вот так. Вот так. Вот так. Protection 1. Protection 1. Aqua Affinity, нифига себе. Замечательно. Плюс я начал выращивать вот эти сиды, с помощью которых мы можем себе сделать элементал аров, да. А знаете зачем? Потому что, смотрите, я искал долго, вот смотрите, я искал долго, какой же лук мы сможем скрафтить. И знаете, какой я нашел лук? Вот смотрите, какой лук мы сможем скрафтить. Вот, Ice Crystal. Знаете, где мы их нашли? Мы их нашли в зимнем биоме. Где наш зимний биом? Вот он, наш зимний биом, где-то вот тут. Вот он, зимний биом, мы его вот тут нашли. И мы можем скрафтить лук с этого, кто не знал, крафтится лук с Ice Crystal. Я, в принципе, только что это узнал, поэтому я так говорю, кто не знал, а я, если честно, сам не знал. Вот, Ice Bow, замечательно, потому что мне советовали сражаться с троллем с луком, потому что он слишком такой сильный. Плюс к тому, смотрите, опа, там за окном кто-то ходит, бродит, да, ну это такой, я уже столько монстров перебил, что это вообще с ума можно сойти. Эти меня, если честно, не удивлят. Ага. Ага, как это нужно. Ага. И сколько там нам нужно? Две штуки. С одной штуки крафтится 8 стрел. Ну, нам нужно около стака. Нам нужно около стака. Вот так, вот так. Сколько у нас тут получится? Вот так, вот так, вот так, вот так. Замечательно. Мне кажется, этого хватит. Ух ты. Мне кажется, этого хватит, как вы думаете? Вот так. Это пускай еще растет, может потом нам еще и пригодится. Вот, замечательно. Это крафтится вроде слаймонайт, лимонайт, лимонайт. Так, где? Так, это можно сюда поставить. Где вот эта фигня? Вот, лимонайт. И крафтится оно вот. Замечательно. И крафтим. Смотрите. 1, 2,
3. Крафтим больше, чем стак стрел. Это очень круто, потому что это очень полезные стрелы. И, если честно, они нам пригодятся. Фу, это можно выложить. В принципе, оно было вот тут. Поэтому ставим обратно сюда. И, ребята, сейчас мы будем, наверное, уже... Что нам нужно? Мундаст нам нужен. Это у нас есть, это у нас есть, это у нас есть. Смотрите, мы уже вроде даже сможем скрафтить вот это. Вот так, вот так, вот так и вот так. Фух. Вы готовы? Power 1, да. Не очень, если честно, но все же. Как-то очень громко, вам не кажется? Я не знаю, почему это так громко. Вот вроде... Вроде потише. Ну что? Вы готовы к сражению? Я, если честно, нет. Я, если честно, не готов вообще. Вообще не готов. Но у нас нету выбора. У нас нету выбора. Вы уже, кажется, мне так кажется, давно ждали вот это сражение. Если честно, я сам давно его ждал, потому что я хочу убить первого босса. И мне его... Да вылези ты отсюда. И мне его советовали бить с какой-то вершины. То есть у него 500 жизней. Я сначала думал 200, но мне потом сказали, что не 200, а 500. Так, это давайте вот сюда. Мне сказали, что у него 500 жизней. Поэтому смотрите, мы поднимаемся где-то вот сюда. Мне кажется, тут он нас не достанет. Фух. Спавним. Я, если честно, немного стремаюсь. Если он нас забабахает и столько труда пойдет на смарку. Так, я выключил звук. Смотрите, он нас даже не может достать. А, так мы его, может, так просто будем пинать, да и все. Это тролль. Ребят, я выключил звук, потому что там какая-то музыка идет. Я не хочу, чтобы была слышна музыка, поэтому я ее и выключил. Это вообще как-то просто. Может, он бы нас, конечно, задубасил. Может, он бы нас задубасил, если бы мы сражались с ним обычным путем. А так, смотрите, так... Спасибо вам, ребята, спасибо тем, кто посоветовал мне убить этого тролля с лука. Потому что если бы не лук, если бы я сейчас не скрафтил вот этот лук, я не представляю, что бы нам было. А так, смотрите, мы его быстренько сейчас запинаем. Последние стрелы. Он умер, но, к сожалению, ничего не дропнул. А не, хотя там что-то есть. Я могу уже включить. Да. Уже музыка не играет. Там какая-то музыка была, поэтому, ребята, я и выключил. Пучи-пучи-пучи-пучи! Так, сейчас. Идем домой. И сначала выспимся. Первый босс. В принципе, мы его, конечно же, очень просто убили. Не думайте, что там было бы какое-то эпичное сражение. Мы его просто убили только потому, что у нас был лук. Если бы у нас не было необходимых нам ингредиентов, если бы я не скрафтил сейчас вот эти стрелы. Так, это у нас там. Ага. Если бы я сейчас не скрафтил вот эти стрелы, если бы я не узнал, что есть такой лук, который можно скрафтить с тех ресурсов, которые у нас уже есть, то, если честно, мы бы его вряд ли убили. Сколько там? 4500 использований. А мы можем вот так стрелять или нужны какие-то патроны? Ага, нужны какие-то патроны. Бум кеннон. Смотрите. Да покажись ты. Нифига себе. Бум кеннон. Офигеть. А патрончики нужны какие-то... Бум... Нет. Бум кеннон. Вот. Ага. А какие патрончики нужны? Буллет. Может... Голден... Ранбол. А какие нужны патрончики для этого? Эй, Bubble Seed, Draco, Destruction Rifle, Rocket. Ага, ну тут есть, я вижу всякие патроны. Не патрончики, а пушечки, но я не представляю. Ребята, пожалуйста, скажите мне, как скрафтить патрончики для вот этой пушки? 2500 использовали, 8 range. Ага, так, что давайте вот это сюда. Это сюда. Вот видите, у нас есть пушечка. Она, смотрите, вот этот мы бегаем нормально, вот это мы быстро бегаем. И когда берем вот эту пушку, смотрите, как медленно. Ну, в принципе, понятно, вот это, кеннон, это как бы
пушка, в смысле не какая-то винтовка, а пушка, знаете, как будто в рыцаре и вот эти давние времена, вот такие большие пушки, что-то в этом роде. Вот это Кеннон называется. И, в принципе, вот это тоже, наверное. Только я не представляю, как стрелять, как с Кеннона стрелять. Может, там какие-то пушки, не пушки. А давайте я включу гейммод. Я не буду ничего брать, мне просто интересно, есть ли тут какие-то босс-спаунинг. Вот смотрите, мы убили вот этого, тролл-айдл. А тут есть еще, смотрите, сколько тут монстров есть, сколько тут боссов есть, охренеть просто. Так, ладно, фарминг нам не нужен. Ага, вот это, Holy Top Pedals. Rooms, с этого я не знаю, так, с этого что-то крафтится, с этого... Я не знаю, честно, ребята, хоть убейте, я... Луна Педалс. Я не знаю, где нам взять патрончики для пушек. То есть, смотрите, тут есть пушки, я просто смотрю. Тут есть пушки, мечи, вот, пушки. Ага, ага. Но я не представляю, где тут патрончики. Если они вообще, ну, по сути, должны быть, потому что без них как мы можем с этой пушкой ходить, если у нас не будет патрончиков, да? А вот это что, это статуя? То есть, мол, мы убили тролля, да? Да, смотрите, какая статуя прикольная. Мы можем ее вот... А мы можем ее как-то в другом положении поставить? Вряд ли, хотя... Я не знаю, честно, может как-то и можем, но смотрите, как она криво ставится. Во! Вот, тролль. Во, поставили, замечательно. Охренеть, сколько тут монстров заспавнилось. Какой следующий у нас босс? Да, я не успел убить вот этого босса, уже говорю о следующем. Нам выпало 15 алмазов, офигеть. Кро... Как он там называется? Что-то на К. Коркос... Что-то. Как называется следующий босс? Давайте мы еще раз посмотрим. Где я только что вот это смотрел? Босс-спаунинг, вот. Тролль, он что-то на К начинается. Кросс какой-то или педал шрум. Ага. Мегаран. А нету его. Я тогда не знаю, если честно. Может, он как-то тут по-другому назван? Наверное, все-таки так оно и есть. Наверное, все-таки так оно... Нифига себе. А, вот смотрите, сколько тут. Вот, Кро... Каджарос. Ага, вот, нет. Я опять только что видел. Каджарос, нет, это не то, наверное. Это статуи, да, это статуи, трофеи, можно сказать, этих монстров, да. Если мы их будем убивать, то может выпасть различные трофеи. Вот, каменный трофей может выпасть, бронзовый трофей может выпасть, золотой трофей может выпасть. Нам каменный выпал, ну нормально тоже. Каж. Охрен его знает, честно. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой следующий босс. Следующий босс, если я правильно помню и знаю... следующий босс, он водный, да? То есть вы мне уже скидывали, говорили, как он называется, но я, если честно, забыл. Он водный, то есть его... А вот сейчас... Вот смотрите, мне кажется, что-то это связано с этим, мне так кажется. Джангл, давайте. Джинг, вот, сейв. И смотрите, джангл, вот, телепорт сюда. Вот что-то с этим, мне кажется, так связано. Вот с этими монстрами. Как они называются? Ага. Ну и сейчас они не спавнятся, потому что сейчас... А если я включу ночь? Если я включу ночь, тоже не спавнятся. А у нас есть там еще какой-то? Да, вот у нас там еще есть. Потопали туда. Я надеюсь, они сейчас будут спавниться. Хотя там вроде ничего нету. А может мне просто-напросто выключить вот эти... Вот это разрушить. Вот так. Вот так. А хрен они что-то спамятся. Не, как-то они не хотят спамятся, если честно. Не хотят. Ладно. Не хотите, как хотите.
Что-то вроде с этим связано. То ли с этим, то ли как... Мне вроде говорили, что у него нету спавнера, что он спавнится сам по себе. А спавнится он тогда, когда ты убиваешь каких-то других монстров, и есть какой-то маленький шанс, что в то время, как ты будешь убивать вот тех маленьких монстров, я думаю, что вот речь шла вот об этих монстрах. Если ты будешь убивать вот этих маленьких монстров, то есть шанс, что заспавнится вот тот босс. Как я знаю, что-то в этом роде. Ага, ну тут ни хрена нет, потому что мы это загриферили, можно и так сказать. А есть ли еще тут такое или нет? Ага, вот. Вот так назовем, чтобы потом удалить вот это. Один, вот. Ну почему вы, зараза, не спавнитесь? И ночью все-таки лучше выключать шейдеры, потому что и так и... О, вот они, вот они. Это вроде об этих шла речь. На них еще, в принципе, и качаться можно. Мы их убиваем с трех ударов. С них монеточки выпадают. Или с... О, смотрите, там какой-то баннер выпал. Они отсюда что, не могут выйти? Или я как-то не понимаю? Ух ты, нифига... Так, ребята, смотрите, как на них можно качаться. Смотрите, как на них можно качаться. Мы уже практически себе набили... Ай! Мы практически уже себе набили 31 уровень. Уч! Вот, 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 вот! Об этом мобе шла речь! Об этом мобе шла речь! Об этом мобе шла речь. И опять музыка началась. И опять, ребята, музыка началась, поэтому я ее и выключил, к сожалению. Я выключил звуки, потому что музыку я не хочу слышать. Так. Мы его вряд ли убьем. Если честно, мы его вряд ли убьем. Так, оказывается, это не так уж и тяжело его заспавнить. Я думал, это... Ух ты, нихрена себе. Я думал, это намного... Ладно, сейчас. Ну что, ребята, вот я вернулся. Я, к сожалению, не могу включить звук, так как... так как нельзя включать звук, потому что как-то очень громко там музыка играет. Действительно, они сделали почему-то, что музыка играет. Если мы сейчас, наверное, сможем убить вот этого монстра, вот этого босса. Это второй босс за одну серию. Это вообще нереально. Ребята, вы были правы, Куралус, это он, и он спавнится. И что самое главное, как вы мне объясняли, что он спавнится, то есть мне главное, чтобы стрелы не закончились. Как вы мне объясняли, что он спавнится, то есть вы говорили, что нужно бить каких-то маленьких монстров в каком-то данже. И там есть 2 или 3% шанса, что мы сможем заспавнить вот этого монстра. Вот этого босса, да? Куралус — это как бы второй босс по счету, можно и так сказать. И действительно, мы его заспавнили. Мы его заспавнили. И у него еще 700 жизней осталось. Мы его очень просто сможем убить. Вот смотрите, я вот так взял, забрался, потому что у нас были блоки земли, и он там сам разрушил. Потому что видите, вот эти хрени, которые возле него, они взрываются, это как ТНТ. Поэтому он там разрушил блоки, и я сумел забрать там несколько блоков. Главное, чтобы сейчас... Главное, чтобы... Ух, у нас 12 стрел. Ребята, у нас 12 стрел. Нет, мы его не сможем вот так убить. Мне кажется, нужно будет еще спускаться. Поэтому давайте-ка мы его быстренько вот так хотя бы запинаем, как можно быстрее. Вот так. Вот так. У нас 2 стрелы осталось. Ух, чувствовала моя жопа, что нужно сделать больше стрел. Чувствовал просто. Чувствовал, да не чувствовал, потому что не сделал. Так, где он? Давай, 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 еще 100 жизней, не убей нас, пожалуйста. Да твою мать! Это самое какое-то эпичное сражение. Убили! Убили!
Убили. Так, сейчас. Сейчас. Давайте мы сначала пособираем вот эти все шмоточки наши, потому что сколько мы раз умирали. Два... Ребята, честное слово, скажите вы мне 2 часа назад то, что я за одну серию убью тролля, я бы не поверил. А если бы вы мне сказали, что я за одну серию убью тролля, пойду заспамню второго босса, а еще второго босса запинаю каким-то фантастическим способом, потому что у него были 2000 жизней, я бы вам ни за что не поверил. Я бы вас просто-напросто сказал, да вы что накурились, какой второй босс, вы что, с ума сошли? Мне бы, если бы повезло, чтобы я убил... Так, это 1, 2, 3, потому что мешают. И я бы вам сказал, если бы мне повезло, чтобы я хотя бы тролля убил, то это было бы очень круто. А если бы вы мне сказали, что я еще убью Куралуса, и то, что мы его заспавним, и то, что у него будет 2000 жизней, я смогу его убить, ребята, я бы вам ни за что не поверил. Я бы вам ни за что не... У нас 37 уровень! Мы убили 2 боссов, у нас 37 уровень. Я обосрался так. Я вот этого взрыва... Так, сейчас, дайте я успокоюсь. Офигеть. Это самая эпичная серия. Что это вообще? Grants Ability to Surf on Water. Stackwind. Ага. Ух ты, нихрена. Так, это нужно попробовать. Это ж Corby Slab Reaction. Request. 67 уровень для этого, для какого-то использования. Ага, смотрите, нам еще какой-то посох дали. Runes required. 1 life rune и 5 water rune. Ага, это нужно, чтобы использовать. И нам какой-то новый мир выпал. 5 порталов, новый мир. El Burean Realmstone. Это что такое? Это для чего-то нужно, но для чего я не знаю. И рестарт сервера, да, через 5 минут. Через 10. Ребята, я бы ни за что не поверил. Честное слово. Ну скажите вы это мне 2 минуты назад, или... Нет, 2 минуты, ладно, нет. Скажите это мне 10 минут назад, что заспавнится новый босс, и мы его убьем, я бы не поверил, честно. Я теперь не верю, что мы его даже убили. Офигеть, смотрите, давайте подведем итоги этой серии. Серия идет 22 минуты, но это не так уж и важно. Ну, хотя как-то и важно, но ладно. В этой серии я хотел максимум заспавнить тролля. Я не ожидал, что мы его сможем убить. До этой серии я подготовился, я пошел в данжи, я добыл себе новую бронику, я поломал свой меч, потому что долго клепал уровень в саванне, а там, знаете, вот этот меч у нас был, вот, где он, вот, 1800 использований было, и я этот меч весь использовал в саванне, в салате нафиг я его использовал, конечно же в саванне я его использовал. Мы сделали луп, который я даже не знал, что можно сделать, потому что у нас были вот эти айс-кристаллы, которые мы выбили в зимнем биоме, но я не знал, что с них можно скрафтить лук. Я сделал плантацию, с которых мы, ну, сажаем наконечники стрел, потом с лимонайтом, потом с перьями соединяем, и у нас получается стрелы. Мы сделали себе 1,5 стака стрел. Мы создали итем, с помощью которого спавнится, можно заспавнить, а не спавнится тролль. Мы пошли, построили себе небольшой бугорок, чтобы забраться наверх, заспавнили тролля и просто-напросто его фигачили снизу стрелами. Убили. С него выпала вот эта пушечка. Хочу еще раз вас попросить и сказать, как ее использовать, да? То есть, что она дает. Ну, в принципе, я вижу, что она дает 1200 использований, 8 рейндж, fast speed. Но какие нужно патроны или пули или бомбы, чтобы ее использовать? Я не знаю, я надеюсь, вы мне поможете. Потом я вспомнил про Коралуса. Я не хотел его спамить в этой серии, я просто вспомнил. Ага, то есть следующий босс у нас будет Коралус, ага, это круто, как его спамить? И вот с этого момента я начал вспоминать, как его спамить. Спавна нету. Но я помню, мне подписчики, кто-то там говорил, пару людей, что он спамнится, есть какой-то там 2-3% шанса, что он заспавнится, когда ты будешь пинать каких-то водных мобов. И что-то я так помню, мельком у меня проморгнуло, что кто-то мне сказал,
где-то там в данже, который ты там, который ты там, что-то в этом роде у меня так в голове коломутило, что когда ты его находил. Я подумал, какой данж водный я находил, и вот я вспомнил, вот это данж, вот где они вот сейчас. Так, давайте как раз вот это удалим. Я вспомнил. И я пошел просто-напросто проверить, а, типа, могу ли я убивать этих монстров? Потому что раньше я их не мог, когда у нас там был 15 уровень, нет, меньше чем 15 уровень, я их не мог убивать. Сейчас у нас уже был 30, я уже подумал, что можно убивать. Я пошел. Я просто по приколу, ла-ла-ла-ла, убиваю. Пух, что-то меня хренакнуло на пол жизни. Смотрю, босс заспанился. И когда я посмотрел, что у него 2000 жизни, я чуть не охренел. Но все же, ребята, я умирал, поэтому я и поставил на паузу, чтобы вы не видели, как я миллион раз умираю. Потом, когда я уже наконец-то вернул свои вещи, быстренько построил большой столб вверх, потому что он может так очень высоко подлетать, подпрыгивать и сталкивать тебя. Поэтому я такой большой построил, и также он вот эти призывает бомбы, да, которые к тебе направляются и взрываются, автоматически наводящиеся ракеты, можно и так сказать. И мы его просто фигачили. Пум-пум-пум-пум. С лука у него осталось там 200-300 жизней. И когда у нас уже не было выбора, я слез. Мечом его хреначу. Оставляю ему там 7-8 жизней. Его у нас убивают. Я думаю, как? Возвращаемся назад. Его начинаю рукой пинать по одному урону. Он нас убивает. Я возвращаюсь по одному урону. Убивает, возвращаюсь. И потом пух рукой. Я рукой его добил, ребята. Я его убил, и с него выпало вот этот шлем, 825 использований, Grants Ability to Surf on Water. Если я правильно понимаю английский, ты получаешь возможность что-то surf на воде, то есть ехать на воде, что-то ходить по воде, потому что surf это как бы серфинг, да, то есть кататься по воде. Сёрф, то есть серфинг, да? Ну, знаете, такой вид спорта, на доске катаешься. Поэтому это же связано что-то с этим. Стак Светений Армор Сет. И также стакается с другим каким-то сетом брони. С него выпало, что еще выпало? Вот этот посох выпал, Курал Став. Я не знаю, как его использовать, я не знаю, как вот это использовать. С него выпало 5 порталов в какой-то новый мир. Мы, конечно же, потом попробуем, пойдем и посмотрим, что это за мир. И выпала вот эта фигня, Корби Слаб. Кост 6... Крея использует 4 создания. Нужен 63 уровень для создания. Хотя я, если честно, не представляю, что это. Поэтому, ребята, вы мне помогите и скажите, что вот это, как его использовать, как использовать вот это и вот это. Я не знаю. Я прям в шоке, честно. Если бы вы мне сказали, я бы не поверил. Но мы убили 2 босса за одну серию. Мы собирались 10 серий для того, чтобы хотя бы создать тот итем, который спамнит босса. А тут вдруг мы убили 2 босса за одну серию. Ребята, честное слово, всем спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, вы меня поддерживали. Пишите свои пожелания в комментарии, также советы и, в принципе, помогайте мне, пожалуйста, потому что я в этом моде не так уж и разбираюсь. Но пишите, для чего вообще вот эти все вещи, может они какие-то полезные, но я не знаю, как их использовать. Ставьте лайки, набираем 500 лайков, сразу же выходит новая серия. Честно, вот прям честно, набираем 500 лайков, в ту же секунду выходит новая серия. Заготовочки, может, где-то и присутствуют. Поэтому, ребята, 500 лайков, сразу же выходит новая серия. Вот сейчас эпик-то и начинается после таких серий, да, когда мы уже будем начинать боссов убивать. У нас уже бронька, пушки какие-то есть. Не прям супер, но все же, хотя бы лук уже какой-то есть. Оставляйте свои комментарии, я также постараюсь прочитать каждый ваш комментарий, также постараюсь на каждый ваш комментарий ответить. Вступайте в нашу банду крутых перцев, все, что от вас требуется, это просто на меня подписаться. Я буду очень этому рад, если вы на меня подпишетесь. Также всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.